узнала такой вещи, как клуб суперкниги. И загорелась, честно говоря, что могу открыть в своем городе этот клуб для новых детей, неверующих детей. Вот. И это моя мечта теперь. Я думаю, что у меня теперь все получится. Вот. И собираемся в дальнейшем сотрудничать с суперкнигой. Для нас это хороший инструмент, чтобы передать Слово Божие детям. Были случаи, конечно, что дети свидетельствовали о том, что после урока Бог их благословлял особенно как-то. То есть то, что было донесено во время урока, оно хорошо легло как материал. И ребенок переживал это и делился с другими. И были случаи, когда наши верующие дети, дети верующих родителей, которые все время ходят, для собой друзей. И дети, они просто, когда смотрели мультики, там они просто были настолько удивлены, что это интересно, что это захватывает, и скачали даже приложение, смотрят и как-то изучают по-своему. Поэтому я думаю, что это достаточно хороший инструмент для того, чтобы Слово Божие было посеяно в большую массу. То есть это медиаресурс, в котором можно и поиграть, и Слово Божие почитать в том формате, в котором сейчас очень актуально у гаджетов. Семинары получились очень интересные, очень познавательные, очень легко все прошло. Мы откроем свой клуб суперкниги, будем использовать новые программы. В общем, все здорово, всем рекомендую. Свидетельства были у нас, тут один свидетельствовал, что он... Ему на сердце пришло, он вспомнил супер стих, поступил именно как сказала ему Слово Божие. То есть эта программа, она, говорю, и для детей, и для служителей очень хорошо помогает знакомству со Словом Божьим, знакомству с Иисусом. До этого момента для меня суперкнига это, конечно, был только мультфильм. И сегодня на семинаре, конечно, было очень интересно узнать, что это не только мультфильм, но еще очень много всего интересного, полезного. Что для меня больше всего важно и ценно, это то, что создатели мультфильма, они очень сильно заботятся об исторической достоверности. Большое спасибо за мультфильм, за эту программу и за этот семинар.